Слушай, давай покурим. Пошли водки врежем, а? Меня зовут Мокин Олег Игоревич. Я прежде всего 48-летний, на сегодняшний момент дядька. Вот взрослеть очень не хочется. Моя работа очень мобильна. Где бы я ни был, обязательно тащу какие-нибудь новые или не новые, но интересные модели. Да это просто моя жизнь, в которой я нахожусь уже на протяжении 18 лет, и другого бизнеса я не хочу. Я на работу иду как на праздник каждый день. Это моя сцена. Ну вы как дедуля, ну улыбнитесь, ну. Я офтальмолог, это последнее мое образование. Перед этим я военный инженер-химик. И ваше вытянутое лицо, оно собирает, ваш нос превращается в аккуратненький носик. Все вместе обойдется в немыслимую сумму 5000 рублей. Вероятность того, что почистив кровь, можно восстановить зрение, она очень велика. Мадам, позвольте вам показать парочку вот вариантов очков красивых. Почему-то на свой внешний облик люди обращают крайне маленькое внимание. И считают, что на очках нужно экономить. Когда у меня нет бабок, блин, я никуда не хожу, ничего не присматриваю, никому не трахаю мозг. Хорошего дня. На Одесском, на Майдане шум переполох. Полицмейстер Гиловани проглотил свисток, потому что утром рано у его жены. Кто это из моих жиганов позабыл штаны? Джаз, да, блюз, да, тяжелый рок, да, тяжелый хард-рок, да. Назовите мне еще что-нибудь, я скажу, ребята, да, потому что нет плохого искусства. Приди ко мне, возьми меня из темноты и разлучи во сне. Вот этот вот Грег Беннет, я захожу в караоке-клуб, он украшает стену. Я его отодрал от стены, отдал мастеру. Он мне его реанимировал, теперь вот этот шикарный инструмент, он, в общем-то, звучит. Не будь врагом своей любви, возьми свой парус и плыви, я буду ждать тебя на берегу. Все, ребята, всем пока. Спасибо. Внутри последние 8 лет байкер. Байкер – это образ жизни. Ну нет, у меня мотоцикл. То, что было, мне надоело, а то, что хочется, нет возможностей. Потом же там же искусство. Это наслаждение, это женщина, это шикарная девчонка. 8 мотоцикл – это проще сказать. Секс. Любите байкеров, уважайте их. Они мужики, понимаете? Они яйценосы. Меня зовут Мокин Олег Игоревич. Эта фамилия, она очень и очень древняя. Когда господин Иисус ходил по свету, был рядом с ним насмешник Мокий. Мои предки насмехались над самим господином Иисусом. Как, простите, мне быть другим?